начале рабочей недели небо затянет облаками, но по-прежнему будет жарко. 25 июня в Сарове утром плюс 21, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла, ночью плюс 18. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде пасмурно, утром плюс 22, днем столбики термометров поднимутся до плюс 27, ночью плюс 18. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В столице велика вероятность осадков. Утром плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ночью плюс 16. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.